Сегодня страна отмечает трагическую дату своей истории. В связи с этой датой глава Свердловской области Евгений Куйвышев обратился ко всем жителям Свердловской области. 22 июня, в День памяти и скорби, мы заново перелистываем трагические страницы Великой Отечественной войны, сказал Евгений Владимирович Куйвышев. Поклонимся дедам и прадедам, отстоявшим Родину. 76 лет назад, 22 июня 1941 года, началась героическая битва нашего народа против фашистских захватчиков. Самая жестокая война 20-го столетия унесла миллионы жизней, испепелила тысячи городов и сел. Тяжесть этих потерь, глубину человеческого горя невозможно измерить. Из 700 тысяч уральцев, ушедших на фронт, каждый третий не вернулся домой. Труженики тыла не щадили во имя победы своих сил и здоровья. Дети, матери и жены заменили мужчину станков и доменных печей в полях и на шахтах. Мы свято чтим подвиг защитников Отечества и сделаем все, чтобы настоящее будущее России было мирным. Поддержание общественного, межнационального и межконфессионного согласия, пресечение любых проявлений экстремизма и фашизма – наш долг перед последующими поколениями. К сожалению, с каждым годом все меньше рядом с нами участников Великой Отечественной войны. Тем важнее неукоснительно соблюдать законы, направленные на их поддержку, дарить ветеранам любовь и заботу. Мы обязаны пронести через века не только горечь утрат, но и радость за нашу страну, за ее народ, самоотверженных и мужественных воинов. Всем павшим на полях сражений, погибшим в плену и госпиталях, умершим от голода, всем героям Великой Отечественной войны вечная слава и вечная память, сказал Евгений Куйвышев.